Всем привет! Сегодня я расскажу о том, что я себе приобрела из новиночек в новом каталоге, какие продукты я регулярно заказываю и от которых без ума, о тех продуктах, которых 5 месяцев ждала и их не было в каталогах, сколько бы я ни заказывала, продукты, без которых не может обходиться мой муж, и я заказала буквально траншею. Итак, подробнее. Каждый каталог компании делает много новинок, и они все соответствуют направлениям, трендам, вашим желаниям подсказывают. Например, у вас, у многих сейчас жаркое солнце, вы лежите на пляжах, и такой вот свежий запах, конечно же, он очень морской, он очень актуален. У нас, к сожалению, хоть и 1 июня, вроде, кстати, праздник, всех детишек поздравляю, но тем не менее у нас где-то плюс 7 градусов, какой-то холодный ветер, поэтому пока еще хочется что-то интересного, согревающего, такого манящего аромата, и я его нашла в этом каталоге, но о нем чуть-чуть попозже. Каждый каталог компании выпускает какие-то интересные новые продукты, которые я невероятно хочу попробовать, и в этом каталоге два таких классных, интересных лака. Это все трендовые оттенки лаков, и они у меня уже есть в коллекции, но вот таких вот в компании Oriflame еще не было. Первый – это белый такой морская пена. Он белый, но с таким немножечко холодным синеньким подтоном. Смотрится великолепно на ногтях. И белый матовый всегда тренд во все года. Я уже не помню, сколько мне было там, 15 лет я красила белым матовым. Это смотрелось всегда восхитительно летом, особенно на загорелом кожи, и вот такой античная бронза, красивый, интересный, переливающийся оттенок, и он, знаете, хоть и он такой зеленый, но когда вы одеваете любой наряд, платье, он немножечко как-то подстраивается, и всегда оттенок очень интересно играет, мне это безумно понравилось. Также меня заинтересовали вот эти тени. Тени, да, с одной стороны, летом можно делать яркий макияж с акцентом на глаза, в то же время можно делать такой натуральный макияж под очки, но мне захотелось попробовать именно вот такой оттенок. Почему? Потому что сейчас вот такой лиловый бордовый макияж для глаз – это модно. В макияже сейчас, вы видите, я использовала два оттенка. У меня уже был в коллекции один светлый карандаш, поэтому я попробовала, решила вот такой вот заказать карандаш. Вы можете видеть оттенки. Для макияжа глаз я использовала тени Giordani. Сначала я нанесла базу светлый оттенок, далее подвела темным оттенком, немножко здесь растушевала уголочек глаза и потом все втушевала вот эти оттеночки. Я очень хотела докупить коллекцию помады Мусс, я отдельно сделала обзор, хотела себе именно такой же бордовый оттенок, чтобы закончить какой-то образ, поиграть вот с таким вот бордово-фиолетовым оттенком, но, к сожалению, все помады Мусс уже разобрали, действительно, невероятно классная коллекция, я думаю, тоже вы оценили, полюбили, распробовали, научились правильно носить эти оттеночки. Также я заказала по невероятно скидке, да, 60% скидке карандашик Giordani. Невероятно люблю его, потому что хорошая текстура. Вот так вот он, этот оттенок, по-моему, роза называется. У меня несколько карандашей. И когда идет распродажа, я обязательно покупаю себе, потому что вот искала, хотела показать вам другой оттенок карандаша. Я не знаю, в какой сумочке он завалялся. Интересно, у вас бывает такое, что вы не можете найти косметику? Где-то она у вас есть, завалялась. Если снять колпачки, вот так выглядит карандашик. То есть кисточка идет, в принципе, ну, стандартная, скошенная, удобная, подправить быстренько помадку и сам карандаш. Ну, вот так вот я только единственное вам могу показать swatch. Это оттенок у нас роза. Вот. Вот насколько он подходит как swatch здесь в каталоге. Есть средство, без которого я просто не могу обходиться.
Это тональный крем, это база под макияж. Прежде всего, это защита от солнца, от ультрафиолета, зимой от холода, летом от пигментации. То есть вы как наносите одежду, как, знаете, как понимаете, как нижнее белье. Я просто не могу без тонального крема обходиться. Мне важен мой уход, и поэтому я всегда использую антивозрастную тональную основу. И я знала, она у меня всегда есть, я покупаю по распродаже, у меня несколько флакончиков всегда есть. И я знала, что у меня есть еще один, ну, было несколько, мне потом просили девочки срочно, им нужна тоналка, потому что в нее влюблены. И я достаю тональную основу, когда она у меня начинает заканчиваться, и я понимаю, что у меня остался самый светлый оттенок летом. Ах, конечно же, он виден на лице, и уже не то качество. И я из последних флакончиков там дошкрябывала, наносила тональную основу и ждала. В этот раз я заказала самый темный оттенок, и он мне очень хорошо подходит. Еще хотела поделиться самой большой ошибкой, когда наносят тональный крем при помощи спонжика. Зачастую его используют просто на сухой аппликатор и растушевывают классно. Это лучше, чем пальчиками, втушевывается хорошо текстура, но в особенности летом, нужно все-таки наносить, смочив спонжик. То есть вы смачиваете спонжик, наносите тональную основу и растушевываете. Таким образом, тональная основа ложится ровно, гладко, и эффект более, ну, лучше ухоженной кожи. Также в этом каталоге есть такая вот щеточка, кисточка, и тоже также ей можно хорошо вбивать тональную основу, растушевывать. И она сейчас является одной из трендовых. Очень много косметических компаний делают подобные щеточки. Также, ну, мне эта щеточка приглянулась тем, что я часто вот так вот растушевываю, контурирование делаю и растушевываю корректор. Мне вот как бы нравится именно вот именно как в тушевка. Есть еще продукты, которые я ждала 5 месяцев. Реально. 5 месяцев я заказывала. Я даже по полной стоимости заказывала этого продукта, его не было. Знаете, у меня такая ассоциация, я часто путешествую, и вот воспоминания о хорошем, дорогом отеле, когда ты заходишь в ванную комнату, в туалет, в ванну, всегда такой, знаете, аромат, играет музыка, и аромат такой нежнейший, такой легкий. И вот эти средства, как-никак, именно, действительно, они дают мне воспоминания, и это лучшая, действительно элитная такая серия по уходу за телом. Здесь гель для душа, для рук и лосьон для тела и для рук. Невероятная серия, восхитительный запах лимона и вербены в каждом каталоге. Также есть те продукты, которые я безумно люблю, которые мне нравятся, и они частенько идут с большой скидкой. Конечно же, я ловлю и заказываю не один продукт. Это, например, как интенсивно увлажняющие капсулы для лица в развороте. Вот так вот они выглядят. Я заказала себе 2 упаковки. Они состоят из капсул. Каждая капсула рассчитана на одно применение на ночь. Мои ощущения. Невероятно потрясающие капсулы. Мгновенно ваше лицо восстанавливается. И для меня они, наверное, скорее всего, палочка-выручалочка в поездке, в отпуск, куда-то кому-то в гости на выходные съездить. То есть вместо ночного крема мне нужно, например, я рассчитываю сколько дней, либо беру просто упаковочку вот такую и применяю. Разные стрессы, перелеты, солнце, ветер, мороз, не знаю, какая погода случается и какие стрессы перенесет ваша кожа. Кожа становится после этих капсул невероятно мягко. Здесь не помню сколько масел, 5 или 6 состоит. Восстанавливается водный баланс. Настолько полюбила, я даже не знаю уже сколько пачек у меня ушли. И тем более цена радует. Дальше. В основном каталоге есть серия солнцезащитная, когда спреи, вот эти средства, стоят гораздо на порядок дороже. И тут же, да, вы можете видеть спрей для защиты. Единственное, спрей для тела с высокой степенью защиты SPF 50 и стоит 700 рублей. Но, в принципе, я считаю, что достаточно и 25 использовать, очень даже хорош. Я заказала 2 спрея. Очень сильно их люблю. Почему? Потому что
Удобно распылять, действительно хороший спрей, с ними хорошо загорать, и так же, как и купаться. Сами понимаете, что за кожей нужно обязательно ухаживать, солнце сейчас очень у нас опасное, и даже когда я не успеваю, мне быстренько, например, на улицу, открытые ножки, плечики, быстренько распылив себе, ребенку, ну, результат хороший. Минус вот такого баллончика спрея, он гораздо быстрее расходуется, нежели чем крем в тюбике. Но по применению мне больше всего таки нравится вот именно такой вот с аэрозолью спрей. У нас появилась новинка, которая перевыпускается уже 15 лет на моей памяти. То есть раз в 2-3 года ее переупаковывают. Предыдущая новинка выглядела вот так. Но единственное, здесь было именно масло чайного дерева и розмарин. Сейчас розмарин убрали. По-видимому, посчитали, что все-таки экстракт, антибактериальное средство с чайным деревом это гораздо эффективнее, лучше, и отзывы. Здесь она также, масло имеет такую же прозрачную текстуру, единственное, что здесь зелененькая упаковочка, то есть флакончик просто цвет стал другой. Также по запаху, в принципе, точно так же. У меня есть видео, где я рассказываю 30 способов применения этого средства, потому что оно настолько универсальное, применяется везде. И порезы, укусы, ушибы, комары, ссадины, герпес, перхоть. Добавляется в шампуни, в зубную пасту, при полоскании рта, ингаляции. То есть спектр очень большой, высокий. Всегда везде продавалось. И если взять по эффективности с аптечными маслами, это уже как бы доказано нашими покупателями, то несравненно вот это вот выигрывает. Это самый хит, мега хит продаваемый. Я даже не знаю, сколько у меня, ну, чтобы 15 уже точно, наверное, было. Но не буду рекламировать мыло, да, всем все и так понятно. Еще мне подарили футлярчик под помаду, потому что я сама, скажем так, сглупила, не заказала по акции часы, которые были по 199 рублей, но реально они настолько были крутыми, что я, делая уже заказ, последний заказ, последние дни каталога, их заказываю, они все уже раскупились. И несмотря на то, что это мой косяк, и я не захотела его сразу, компания извинилась, потому что часы расхватали, вот, и вот получила такой подарок. И уже ближе к осени они все-таки партию выпускают, и они будут. Также соседка заказала своему мужу туалетную водичку Мануфал. Он ее выбрал, листая каталог, ему понравилось, и он уговорил ее купить, потому что действительно классный аромат. Классика жанра. Каждый каталог, вы видите, wellness всегда у нас в заказах. В этот раз заказал только один коктейль, потому что муж уезжал в командировку, не брал с собой, поэтому немножечко еще есть. И видите вот это? Вот видите вот это вот? Мне кажется, вы сами понимаете, если это хороший продукт. И я поставила рядышком два флакончика спрея для ног, чтобы вы сразу понимали, что это двойной объем, и что есть у нас еще меньше. Когда у моего мужа закончился спрей, пришлось мне покупать еще спрейчик для ног, и плюс от натирания, да, это был, вот знаете, и вот это вот НЗ-шный он лежит. Я всегда заказываю по 5-6 вот таких флакончиков. Мужу хватает где-то в среднем на 3 недели. И вы знаете, он у меня военнослужащий, с военной, ноги были уже давным-давно испорчены. И он сейчас наслаждается тем, что у него ноги свежие, чистые, носочки хорошие, да, его можно носить как на свежую ногу, ну, без носочка, так и на носочки, так же, как и на обувь. Большой объем, классный, и посмотрите, какая скидка. Но почему вот тут грех не закупаться, 2 флакончика у меня заказали, все остальное это просто склад. Почему? Потому что лишними деньги не бывают. Это как зубная паста, как гель для душа, как мыло, всегда в расходнике. И если у вас еще нет такого средства, знаете, это номер один, который обязательно стоит купить своему любимому мужчине, потому что вы покупаете, наверное, прежде всего даже и для себя, чтобы было приятно, приятно пахло, неприятно местами не пахло, как вы понимаете. И обязательно рекомендуйте всем своим знакомым мужчинам в первую очередь. Ну и, конечно же, я иногда сама этим средством пользуюсь.
Ну и, наверное, еще последнее, что я хотела рассказать, это, скажем так, подарок, очередной подарок от компании Reflame. А, нет, нет, это не подарок, я уже все путаю, потому что заваливает компания подарками. У нас было по акции, сделай, размести заказ там на какую-то сумму, там символически, и заказываю продукты с 75% скидкой, наборы. Я выбрала себе весы, почему? Потому что у меня весы сломались на кухне, их было недостаточно давно у меня были, и я ждала, когда будет что-то такое интересненькое. Ну, тем более там за копейки, там, по-моему, 200 рублей, что ли, они мне обошлись. Я не могла обойтись без новинки. Это два парных аромата для него и для нее с общей ноткой физалиса. Когда вы находитесь вместе, между вами рождается третий аромат. Они дополняют друг друга, очень стильные, очень сексуальные. И когда я попробовала, да, меня очень заинтриговал этот аромат. Я не могу вспомнить, что он мне напоминает, но он такой теплый, молочный, вот Love Potion, ой, Lovely Garden. Помните, у нас был аромат Lovely Garden? Вот этот аромат, что-то среднее VIP Only, Northern Lights, какая-то искринка в нем есть, и Giordani Gold Essence. То есть вот это направление этого запаха. По поводу мужского. Честно, вот что-то до боли знакомое, классическое, интересное, сексуальный такой запах манящий, но я не могу понять. Пожалуйста, подскажите, на что похож этот аромат, потому что вы наверняка в нем узнаете. И этот аромат, мне кажется, подойдет всем. Он такой, знаете, классический, романтичный, интересный и вот такой вот возбуждающий запах. Мне нравится. По стоимости вы можете видеть, что все цены на 20% дешевле, чем по каталожной стоимости. Вот, ресторанчики, например, 199 рублей стоят, а они нам 153. Вот, и здесь получается 288 баллов. Сумма заказа 10 тысяч рублей. Скидка у меня прошла. И... того я заплатила, ну вот вы видите, да, у меня еще там была предоплата, я все время кидаю на счет, ну как вот на МТС, на телефон кинула, пока деньги не закончатся. Ну вот это в принципе и все. Вспомнила, что очень много вопросов задавалось на том, когда я сделала пост о том, что хочу обстричь свои ногти, хоть какой-то бы сломался, да, и действительно, мои ногти, моя гордость, они у меня всегда хорошие, длинные, не ломаются, так же, как и волосы. Состояние волос, знаете, вот последние несколько лет радует как никогда, и секрет прост. Это все наши витаминки, wellness pack, коктейльчики, это питание изнутри, если оно правильное, соответственно, текстура волос, ногтей у вас будет хорошая, и ноготки у вас будут очень красивыми. Ну, это все. Надеюсь, мой видеообзор был вам полезен. Очень-очень вас прошу, поддержите меня, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что из восьмого каталога вы себе заказали, какие продукты вам понравились.